Смена времен года совсем не препятствие для спортсменов зимних видов. В парке Степанова продолжаются тренировки отделения лыжных гонок спортшколы номер 5. Каждый будний день ребята собираются здесь, чтобы отточить мастерство и не растерять навык. Снег для лыжников, как оказывается, не обязателен. Покрова нет, подойдет и асфальт. В руках палки, а на ногах лыжи-роллеры. Правда, трасса не очень удобная, резкие повороты, нет выкатов. Приходится проехать километра полтора по прямой и разворачиваться. Вот для летней подготовки здесь очень хорошие условия. Если бы вот этот вот роллерный круг, вот эту велосипедную дорожку закольцевать, сделать более безопасными спуски и одностороннее движение, было бы вообще условия идеальные. Можно. Единственное, что мы ступаем, как говорится, в конфликт с отдыхающими. Отдыхающие, которые гуляют по дорожкам, лыжникам не рады. Те тоже не очень довольны, что приходится объезжать. На роллерах это непросто. Скорость развивается большая, вот с управляемостью проблемы. Поэтому частенько травмы. Ксюша одна из самых сильных молодых лыжниц региона. Занимается уже 5 лет. Но даже ей немного страшно тренироваться летом на асфальте. Это, можно сказать, как такие же ролики. И они сами по себе едут, но благодаря этому мы можем отрабатывать технику, то есть без усилий, а потом уже зимой работать над силой. Неудобство заключается в том, что на роллерах не предусмотрено тормозов, и для того, чтобы сделать резкие повороты, бывает тяжело. Они неповоротливы, и приходится тормозить сам там палками, ногами, чем угодно, и стараться не падать. Лыжные гонки – очень конкурентный вид. Чтобы добиться в нем успеха, необходимо много тренироваться, развивать скорость, получать нагрузку на отработках спусков и подъемов. В парке Степанова только один подходящий подъем, но он настолько резко заканчивается, что с этой горки можно спуститься только пешком, иначе травма. Внизу переобуться и покорять вершину – это не очень удобно. Развивается очень огромная скорость, а тут продолжения трассы нет, там очень поворот резкий, и могут идти люди, и это очень опасно. Было, когда мальчик спускался, упал из-за того, что шел человек, и он не мог его просто сбить, это, и ему пришлось упасть из-за этого. Иваново – единственный регион, в котором нет закольцованной дорожки для тренировок лыжников. Выкручиваются как могут. В парке Степаново ездят туда-обратно. На Харинке недавно положили асфальт, и теперь тут тоже тренируются в комфорте. Например, у филиала спортшколы номер 5, что расположен на улице Шувандины, и вовсе нет места для летних тренировок. Асфальт не подходит. Каких спортивных результатов можно требовать? Выезжают только на оптимизме и энтузиазме. А еще на надежде, что власти услышат, и еще немного асфальта для кольца выделят. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.